Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как включить AMG Off-Road режим на Mercedes W164 и X164. А также покажу в конце, как включить режим Agility. И все это по порядку. До кодировки, когда вы хотите включить Off-Road режим, то у вас ничего не происходит при нажатии на кнопку Off-Road. Также не показывает иконки, например, Комфорт, Agility, Sport и так далее. Сегодня мы добавляем, чтобы показал все эти иконки, режимы, то есть Agility, Sport и так далее, а также AMG Off-Road режим. Вот, как вы видите, при нажатии кнопки Off-Road только появляется иконка Off-Road и ничего не можно ни включить, ни отключить. Давайте начинать. Заходим в программу X-Entry, находим автомобиль 164. Далее и подключаемся к автомобилю. Запускаем программу зажигания. Включается программа DAS. Далее F2, F2, выбираем блоки управления, информация и связь, комбинация приборов, диагностирование по указанию завода, кодирование блока управления, кодирование блока управления, вариантное кодирование. И последняя строка. Вариант кодерунг. Опускаемся вниз. И включаем вот этот параметр. Вот это ставим Enable. А также опять опускаемся вниз, почти сами вниз. И включаем режим AMG Off-Road. Вот это режим, Off-Road режим, опять вставляем Enable и нажимаем F3, кодировать, да, выходим из меню, опять назад, F1 и здесь заходим в активации и сброс блока управления, F3. Происходит «Да». Нажимаем «Да» и происходит сброс блока управления. Сброс блока управления успешно завершен. Все, мы с программой TAS, в принципе, закончили. Выходим из программы и смотрим результат. Вот. Сбрасывается настройки, заводим двигатель и уже из меню с кнопки руля можно увидеть меню Off-Road. Вот,
Но пока мы не можем включить или выключить режим Offroad, потому что у нас нужно еще кодировать через программу VDAMO. И смотрим результат. Мы включили режимы SC и Agility, но пока эти режимы не активировались. Чтобы активировать режимы, нужно ездить 10-15 метров, и после этого уже будут работать режимы Agility, S, C и так далее. После того, как мы ездили 15 метров, все режимы у нас уже активировались. Работает Agility, Comfort, Sport, а также можно из руля включить режим Offroad. Всем спасибо и удачи на дорогах!